Еще одна трагедия произошла в Усть-Алданском Улусе. 2 июня на пульт оперативного дежурного службы спасения Якутии поступило сообщение о том, что накануне во время рыбалки в местности Саилы-Кёль в сотенском наследии Усть-Алданского района утонули двое мужчин 58 и 74 годов рождения. В тот же день поиски начались силами местных жителей. С помощью невода удалось обнаружить и поднять тело мужчины 58 года рождения. 2 июня для поиска и подъема тела второго пропавшего на место трагедии